слушаем фреш-сет сегодняшний, на котором у нас есть всего лишь один представитель с панча. РЗТ панч фреш-сет, бля. Очень крутая история, которую зря вы скипаете, если скипаете. А у людей есть возможность попадать, короче, к нам на разборы. Абсолютно бесплатно. Для людей, у которых нет возможности попадать на разборы. Они просто лайвом зачитывают в панче. И вот мы их разбираем, ожидаем их трека. И вот сюда, типа, делаем. У 13 карат дикий тур. Видел? Да, видел. Видел. GDM Fest вроде. ДМ, что ли? Блин. Надо было быть. Да, надо было сходить. Медиксы, вся про два. Ну да, виновник торжества все-таки, ёпта. Виновник торжества. Да. Так. Тогда бы этого стрима бы не было. Бля, тоже верно. Короче, все, что не делается, все к лучшему. Я думаю, что ребята без меня там справились, а стрим без меня бы вряд ли справился. Поэтому я думаю, что все круто получилось. Да. Все получилось очень хорошо. Да. Слушай внимательно. Ору трек называется. Ору. Вкур. Да, название трека, конечно. Название и трека, и ник дерзкий, да, у нас. Что у нас есть по количеству? С 20, в 20-м году один трек, в 21-м два трека, в 22-м много треков, ну 4, да, и вот в 23-м он пошел. То есть вроде как фрешмен. Давайте посмотрим, что это такое. Вот он на панче напел норм, а как это будет здесь, мы сейчас посмотрим. Let's go. Фыш. Возьмем ли мы его фрешмены? Куфлом кучат. Ку в кур. Drill area. Drill area production. От заката до рассвета я рисую победу. Это вера, это кредо, это то, чем я живу. Я плевал на все приметы, неприметно тут иду. Открываю душу ветру, знаю, он не душегу. Я без вести и частенько сам в себе тут пропадав. Разъебав биток фламинару окна и ра-та-та. Диссонанс с дофамином, рву вокруг все провода. Неприятный, некрасивый, ору в еблоте, ра-та-та. Отпишись от моей группы, удали меня с башки. Расскажи, какой хуёвый и говна потом пожри. Я, возможно, буду тоже, и, возможно, даже три. Страх пульсирует под кожей, скинь её и вверх лети. Чё у нас такой фонг, да? От рассвета до заката я расхлёбан, я расхлёбан. Я похавал на зарплату, не осталось ничего. В уши сечёт арагат и шлю надолго далеко. Затянусь этим хип-хапом, мой язык веретено. Не ходи один, не надо там, где тихо и темно. Я похож тут на примата, и это стиль мне как клеймо. Спасибо. Характер для колымага, но готова на рыбу. Три минуты до врага, спирин срезал уже гроб. Я без вести и частенько сам себе тут пропадав. Разъебав биток фламинару окно, я ра-та-та. Диссонанс с дофамином, рву вокруг все провода. Неприятный, некрасивый, ору в еблоте, ра-та-та. Не затянул, да? Ха. Чё-то, да? По-моему, он не руину сдал. Это вера, диссонанс, сны некрасивые, ору в еблоте, ра-та-та. Отпишись от моей группы, удали меня с башки. Расскажи, какой хуёвый и говна потом пожри. Я, возможно, буду тоже, и, возможно, даже три. Страх пульсирует под кожей, скинь её и вверх лети. Это вера, это... Ну, необычненько, да? Разнообразия не хватает. Ну, тут как бы он пытается ровно под фонг делать, да? Пытается как бы не задушить каким-то этим, да? Излишней сложностью. Убедительно. Ну да, убедительно. И
Если тебе скинули трек, а на Genius нет текста, ты же просто слушаешь трек без текста, да, бро? Но если ты скидываешь, собрался мне скидывать трек, то лучше заполни страницу на Genius. Чтобы это вот так разбиралось, понимаешь? А не вот просто вот так. Поэтому, ну, такое. А блога не подходит. Да не, более-менее. Более-менее. Или ты имеешь в виду, что-то более ужасное должно быть, да? Такое жесткое, прям эти красные глаза, да? Что-то более агрессивное, да, типа? Чё-то, короче, чё-то. Это то, чем я живу. Я плевал на все приметы, неприметно тут иду. Помимо... Отпишись от моей группы, удали меня с башки. Расскажи, какой хуёвый и говна потом пожри. Я, возможно, буду тоже, и, возможно, даже три. Страх пульсирует под кожей, скинь её и верь плети. Слушай, сочёта рогатый, слюна долго далеко. Затянусь этим хип-хапом, мой язык веретено. Короче, текст есть, да? Текст есть, что-то есть. Привет, да, приветствую, ребят, всех, кто присоединяется до сих пор. Стрим очень крутой, реально вам говорю. Забираем, я думаю, во фрешмена его. Мне кажется, он вполне неплох на своем стиле. Вполне неплох на своем стиле. Есть стиль, чувство стиля. Есть текст. С тембром со своим умеет работать, музыку показывает. Все круто, спасибо большое. Это уже со второго сезона, да? Вообще кайф тогда. Отлично, отлично. Молодец, бро, молодец. Закидываем тебе футболочку, дружище. Закидываем тебе футболочку. Напиши, пожалуйста, в контакты Дмитрию Холоду, да, в телегу. И оставь свой адрес, куда тебя выслать. Спасибо тебе большое. Это реально круто. А мы разберем твою песенку. Весьма неплохо, весьма неплохо. В смысле, поставим ее. Да, тут у нас вот такая вот была история. Да. Немного о другом, да? Так, вот так вот. Вот так вот. Поставим и оценим. Кто в записи не поймет. Да. От заката до рассвета я рисую победу. Это вера, это кредо, это то, чем я живу. Я плевал на все приметы, неприметно тут иду. Открываю душу ветру, знаю, он не душегу. Я без вести и частенько сам себе тут пропадал. Разъебав биток фламинару окна. Диссонанс с дофамином, рву вокруг все провода. Неприятный, некрасивый, ору в еблоте. Отпишись от моей группы, удали меня с башки. Расскажи, какой хуёвый и говна потом пожри. Я, возможно, буду тоже, и, возможно, даже три. Страх пульсирует под кожей, скинь её и верь плети. Я хорош? От рассвета до заката я расхлёбан, я расхлёбан. Я похавал на зарплату, не осталось ничего. В уши сечёт рогатый, слюна долго далеко. Затянусь этим хип-хапом, мой язык веретено. Не ходи один, не надо там, где тихо и темно. Я похож тут на примата, это стиль мне как клеймо. Тарахтит для калы мага, но готова на рыбу. 3 минуты до врага, спирин срезал уже гроб. Я без вести и частенько сам себе тут пропадал. Разъебав биток фламина, руах, но я ра-та-та. Диссонанс с дофамином, рву вокруг все провода. Здесь даже 9. Хороший текст. Хороший трек. На припевах излишне ровно. Чё-то там пропадал. Вот эта вот история со стихом, да, не знаю, стихотворная. Но с другой стороны, хоть какой-то она дает контраст, да, чтобы совсем не идти ровно. Чё-то там делал, я чё-то пропадал, да. То есть прям фонг, да, если рубить, будет душнее. Здесь 6-7. Короче, на 60 баллов трючок, реально. Фрешмен. Спасибо. Молодец. Молодец, бро. Имеем тебя в виду. Имеем тебя в виду. Кайф. Кайф. Свидос не руина дикая. Да, именно так. Следующее. Наша задача. Отыскать трек ребят, которых мы уже слушали. Чтобы он был лучше трека, который мы видели. От них. От них же, да?
Следующая работа. Рельсы. Дождь. Трек, который мы слушали от Рельс, назывался «Смотри». Концептуально достаточно таки. «Смотри» у них тоже было примерно так. Трек, который мы слушали, ваша задача, короче, сопоставлять вещи, потому что в плейлисте «Фрешмены» у нас по концу года должно остаться по одному треку, самому сильному от наших фрешменов, для сопоставления друг с другом. Это важно. Поэтому либо этот трек лучше, и мы его не... тот трек, который есть в плейлисте, либо он лучше, мы его не заменяем, либо тот, который мы послушали новый, лучше, да, в целом. Ну и думаем, да, дальше, типа, наблюдаем ли дальше мы за этими ребятами или нет. Трек, который мы слушали, вот так. Это все, что мне надо. Смотри. Помните эту песню? На меня. Не отводя взгляда. Смотри. Вот эту песню мы уже слушали от ребят. Сейчас же мы должны послушать песню, которая называется «Дождь». Дождь. Погнали. Песня «Смотри» достаточно сильная. Тягаться с ней будет непросто. Конкретно подгружает. Слушай, что касается самой реализации, на меня я в полный порядок. Нам всем нужно верить во что-то, и чтобы кто-то поверил в нас. Смотри. Вот смотри, как будто поэпичнее песня. Но с точки зрения именно работы над музыкой.
И с видос как будто получше в треке даже. На меня, как на ту самолета. Угу. Слушай, вообще в целом работа по звуку «Дождь» сильнее песни. Исполнитель «Рельсы». Зацените, кто не знает, реально. Вот мы, РЗТ открывает фрешменов, друзья. Не так много песен у ребят, да, и все они атмосферные вот такие. Вот с такими облогами. По звуку однозначно лучше. Инструментал однозначно лучше. С видос точно лучше. Там есть эпичненький момент, да, в звучании. Но здесь песня конкретно грузит. Я заберу это в альтернативу. РЗТ альтернатива в плейлист. Мы, конечно же, дальше. Вот сюда я забираю. Я думаю, что надо. Заменить во фрешменах тречок. Смотри, убираем. Дождь оставляем. Кайф. Кайф вообще, кайф. Дождь, тема, да? Ну тут я не знаю. Вот я вижу, вы пишете кайф. И здесь, мне кажется, это можно просто добавлять в плейлист. Можете зайти к нам в альтернативу плейлист вот сюда и посмотреть, где ребята есть. На YouTube загружен будет, да, конечно. Будет загружен на YouTube. Вот. Напишите плюс, если вы добавили это в плейлист. В свой. Минус, если нет. И если вы пишете минус, значит, вы это можете послушать в нашем плейлисте вот здесь. Ну, это прям хорошо. Оценим эту работу. Серьезно, что ли? Вот прям так? Сколько вообще у вас работ? Надо еще раз вспомнить, да? По-моему, очень мало. Да. Дождь, смотри, да? И во сне. Три работы. 23-й год группа. Три работы, 23-й год и 80 тысяч слушателей. Чтобы вы понимали. Респект. Респект. Давай послушаем. Тем, кто вдали от дома, смотрит на фото с альбома и знает, что ты его ждешь. Я смотрю в окно, за моим окном темно, без тебя день ото дня. Я смотрю в окно, ой, за моим окном в кино, кто-то смотрит на меня. 5, 3. Знакомо тем, кто вдали от дома, слышит раскаты грома и знает, что будет дождь. Знакомо. Слушай, по одному моменту, который очевиден, да, здесь. Я, Дим, тебе отвечаю. У меня мелькнула такая мысль, но я почему-то ее убрал. Почему-то. Я подумал, что вряд ли. И еще за счет качества реализации предыдущего трека, я подумал, что, ну, не очень точно, да, реализовано. А так, что касается определенных вещей, которые могут быть коррелировать в чем-то, да. Никто ничего не поймет все равно сейчас из того, что мы говорим. Но я понял тебя. Я подумал об этом, прикинь. Спасибо тебе большое, жена моя любимая. Очень крутые треки слушаем сегодня. Стрим реально интересный.
Подумал я об этом. Подумал. Ага. Ну, не будем, да, не будем озвучивать, обсуждать этот момент. Подумаем. Я согласен с тобой. Процентов 55, что ты прав. Да. Оценим работу. Отлично. Посмотрим клип. Есть у нас предположения определенные на этот счет. Я, по-моему, скопировал ссылку на клип и скипнул ее, да? Сейчас я найду ее снова. Угу. За рационом сильно. Бро, я фрукты ем практически только на стриме и иногда вечером. Да. Так слежу, да. Точнее, жена следит моя. А то я бы умер уже давно, если бы она не следила. Капец, YouTube, конечно, съедает вообще все, что можно. В данном случае прям страшно вообще. Качество, вообще ничего не слышно. Ужасное качество на YouTube. Очень актуальная музыка на самом деле. И поэтому еще Дим тоже может быть. Это может быть так. Ждешь Е2? Конечно, бро. Конечно, жду. Безумно жду. Да, ты меня ждешь. Жестко, актуально, сильно, хорошо. Прочитал я этот. Значит, процентов, что я сказал, изначально повышается до 85, наверное. Что это он? Да. 85%, что это он. Но не будем спойлерить, я думаю. Да. Сам скажет, окей. Не скажет, ну. Окей. Бля, жестко. Это сон, да? Мы про то, кто же играет в клипе. Да.
Спасибо большое, да. Спасибо большое, это было очень интересно. Да, сегодня на внутри вообще дикий стрим, реально. Это хорошо. Так, далее. Так. Я скипнул изменения. Ну ладно, нормально там. Так, здесь, да? Владиджи! Уф! О, поменял ник! Владиджи поменял ник! Дэм, бро! Вы помните, да? Вы помните Владиджи? Владиджи, который писал вот так свое имя. Вот так, помните? Владиджи. И он говорит, что это читается Владиджи. И мы такие, серьезно? И теперь он стал Владиджи настоящим. Спасибо, бро. Очень круто. Очень правильно. И так выглядит гораздо лучше. Гораздо понятнее. Потому что ты надоешься, да? Просто надоешься слушать, как все коверкают твой ник. Как они говорят, Владик. И ты будешь очень сильно радоваться этому. Но их коверкание и непонимание будет полностью оправдано. Полностью оправдано. От Владиджи мы слушали вот этот трек. Забыл убавить после клипа. В общем, вот, да. Поэтому ваша задача. Всегда можно писать очень просто. И это первый трек, который вот мы слушаем от него, который был. Да, вот это трек номер один для чата, да, для вас. Недоступен для друзей. Все просто, если бро, если я с ней. За спиной, как за стеной. Это детка с картиной красоты внеземной. Прошу лишь зависни со мной. Ой-ой, я спалился, пока с ней завис, как ПК. Это трек номер один. Трек номер два – это тот трек, который мы слушаем сейчас. В мае 22-го был выпущен дебютный EP под символичным названием Rebirth, то есть перерождение. Да. На тот момент у исполнителя был едва ощущаемый опыт в музыкальной сфере. Это запись демок в комнате общежития и участие на никому неизвестных онлайн-баттлах. Суть мини-альбома заключалась в последовательном изменении вектора развития творческого направления и соответственно качества приносимого материала, чтобы можно было прочувствовать эти изменения. Все треки были написаны в хронологическом порядке. Среди них была песня, посвященная тематике безудержной влюбленности. Хи-хи, ву-ву. Данный проект можно считать одновременно из-за рождения непоколебимого желания создавать песни началом той истории, которая продолжается в треке «Ультра Турбо Чиллер». Окей. 28 июля, по случаю долгожданного ребрендинга и началом подготовки нового полноформатного альбома «Blender», Владиджи выкладывает ремейк трека, тем самым завершая данную трилогию. Ну погнали, слушаем внимательно, что это такое. Бэм! Мы с тобой. Мы с тобой под эту ксуксу. Это ксуксу, а не хихи. Ксуксу это 15-градусный клубничный ликер. Повод быть россыпью кристаллов самой лучшей пробы. Я в грезах, как всегда. Просто искал так долго. Твой образ, ты весна. О чем я знал и помнил. Твои губы окутаю и не важен голод. На тебе моя куртка, я обожаю холод. Ведь искрюсь, как запутанный оголенный провод. Много слов, газ, пол, покидаем город. Теперь будь готова сиять со мною. Утонуть в дороге
чувствую мысли тебе. Я хочу сказать, что влип так быстро. Подними глаза, я в них влюбился. Пойду за тобой, как за утром день. Ты пойдешь со мной, и я спою тебе о том, что время несется снова за вечером ночь. Мне не очень, но кроме тебя мне нечем помочь. Упертый носами, из спальни жмемся носами. Сами жмем, я улечу, мы стали крепче, стали. И мне с тобой горячо, как от печки сауни. Весь огонь твой мой, на потом не остави. Вот дикий коктейль, мы вышли вновь потанцевать. Ну чё-то, чё-то. Я вижу, у меня поцелуй, любовь задышит среди нас. Каждый поцелуй, так как первый и последний раз. Уоу, ты так сияешь, я искренне рад. Не до сна, нет конца этой песни. Я хочу сказать, ты не одна. Подними глаза, мы будем вместе. Мы с тобой под этот ксуксу. Ксуксу может восприниматься двояко. С одной стороны, звучит кринжовенько, с другой стороны, это никакое не хихи, как оказалось, а это ксуксу именно. И это, в этом есть своя фишечка, да? Слушали вы трючок про ксуксу когда-нибудь? Я думаю, что нет. Я точно не слушал. Поэтому что-то, что-то, да? Что-то, что-то. Может быть, немного подзатянутая история. Для меня лично трек номер один как будто показался посильнее. Предыдущий трек, который вот этот. Как будто он покрепче был. Первый трек. Я думаю, что да. Я слушал трек про ксуксу у Ники. Ники Л. В году 16-17 был. Дэм, бро. Ну это серьезно, конечно. Чилишь сильнее, да? Угу. Тоже так думаю. Куртка, я обожаю холод, ведь искрюсь, как запутанный. Я прям знаю, да, всегда куда тыкнуть, да? На какой хрон, на какое время? Я голёный провод, слов господ, покидаем город. Теперь будь готова сиять со мной, утонуть в дороге змея. Эмбиент, не знаю, как будто он такой веселее немного, веселье дает своим пением, да, артист, а эмбиент как-то поддавливает, да, немного. Поэтому. Неплохо. Да, вот это тоже тут написано, все, в общем, все это есть, да. Неплохо, дружище, но чиллер лучше. Еще один трючок посмотрим. Еще один трючок посмотрим. Скипать не будем. Нет. Но норм. Просто норм. Джованни выпустил трек. Так, вот это интересно. Что это такое? Интересно, да? Давай посмотрим, бро. Вообще с радостью. Джованни, это интересно. Человек, поющий и играющий на гитаре. Человек, который побеждал в конкурсе. Человек, который делает грязь. Очень талантливый. Трек, с которым он залетел к нам во фрешмены, вот этот. Жертва, он тебя найдет и достанет из-под земли. Никогда
не думай, что все это бесполезно. Ведь каждый из нас в жизни утопал в своей лжи. Каждый день звонки, смысла не достичь. Ты меня преследуешь, как сонный паралич. Не хочу любить, мое сердце заморожено. Я знаю, что не прав, и я ухожу осторожно. И в душу заберется человек. Может быть, тогда же лучше, но я ненавижу век. Мы живем десятки лет, у нас свой менталитет. И ты знаешь, что не стоит верить мне в этот бред. Свидос тут был такой себе. Надеюсь, это поправлено. Малиш Искры. Для стрима. Флом, чат, всем ку. Приветствую тебя, дружище. Флом, зачекай, пожалуйста, описание альбома. Дело в том, что он концептуальный. Данный трек имеет специфику части целостной картины, из-за чего может быть осужден. Герой переживает, что все не так, как он хотел. Отношения, которые он представлял изначально, оказались совсем не тем, что он себе представлял. Ну давай посмотрим. The Arc de Triomphe. Когда я только начинал заниматься музыкой, неплохое начало, можно пожрать. А если я буду жрать, как я хотел сказать, можно пожрать, пока я буду читать. Ладно. Когда я только... Мне же надо все-таки читать, да, это... Когда я только начинал заниматься музыкой, я очень хотел написать концептуальный альбом. Эта идея преследовала меня очень долгое время, но я все никак не мог собраться и сделать это. Просто не писалось и все, не получалось и не выходило то, что надо. В определенный момент, дописав одну из песен, которая уже вышла, я понял, что все, время пришло. И вот, сейчас перед тобой первая максимально смысленная и концептуальная работа, в которую я вложил всю свою идею и душу. В этом альбоме ты услышишь историю, которая будет связана с книгой Ремарка «Триумфальная арка». Данная книга имеет огромное значение в моей жизни, конкретно в период, в котором... о котором пойдет речь. Смысла писать краткое содержание книги не вижу, ибо суть в атмосфере и в целом настроении героев, который каждый воспринимает по-своему. В скитах присутствуют отсылки на героев книги, а также в конце некоторых треков можно услышать цитаты Ремарка. Бро! Это круто. Но каждый трек все равно, так или иначе, хотя бы несколько треков, особенно которые выходят синглами, они должны восприниматься как отдельные треки. Концепт это супер круто. Но музыку мы слушаем не для того, чтобы почитать книгу. Музыку мы слушаем для того, чтобы преисполниться эмоциями. И на базе этих эмоций, когда мы готовы и открыты, мы потребляем то, что говорит нам артист. А если это душнина, которая совершенно непонятна, и чтобы ее понимать, надо послушать этот трек, такое себе. Ну, просто на всякий случай, да, говорю. Альбом является концептуальной картиной о любви, которая дополняет личные переживания и в целом отражает нутро автора в определенный период его жизни. Если честно, то данная работа является саморефлексией на жизненную ситуацию, отпустить и принять которую не получается длительное время. Описание может показаться поверхностным, но ты войдешь в курс дела на 100%. Также хочу сказать, что абсолютно весь продакшн мой. Каждый инструментал сделан собственными руками. По поводу качества, да, я не гений сведения и мастер. Но все же сделал все сам. Рекомендую слушать исключительно в наушниках и по порядку. Приятного прослушивания. Бро, ну, спасибо, конечно. Но мы сможем посмотреть «Мы лишь искры», да? Это трек номер 6. То есть это у нас центр альбома. Понимаете, да? Центр альбома. Центр. Давайте посмотрим. Let's go. Также ты говоришь, что мне тебя не понять. Вот это меня очень задело, правда. Хотя бы как-то попытаться вникнуть. И то, что... Готовился так просто выстроить союз и улететь на другой остров. Оказалось, я не так, мы уже у погоста. Наши отношения улетучились в воздух. Теперь у меня одна дорога, это хостел. Я совсем один и ничего не понимаю. Почему же все так быстро, почему же мы сгораем? Почему мы вечно между адом и раем? Время никогда уже не потечет назад. В старой квартире я лежу один и не могу уснуть. Мы лишь искры в этом мире, ветер шаг четверный путь. Мы
Нам Керимору. Плохое чередование огни одни, да? Сеты законно против, я читаю строчки о том, как было тогда. Наша история точно не закончена. Такой вайб на Утилуса как будто почему-то. Тяжело поверить, что я тут без тебя. Без тебя. Может, я не объяснил тебе все на словах, но знай, я любил тебя всегда. Все мы одни, 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 все мы одни. В старой квартире я лежу один и не могу уснуть. Мы лишь искры в этом мире летят, шаг четверный путь. Мы появляемся и потухаем, и вся эта когда мы совсем одни. Я не хочу в это верить, и знаешь, я не поменяюсь, и все мы одни. Я просто не показываю какого-то отношения к тебе такого, какое ты заслужил на самом деле. И за это я себя очень корю. И поэтому ты думаешь, что мне там не нужно, это неинтересно. Вообще, я очень хочу тебе ответить тем же. Четверный путь. Мы появляемся и потухаем. И вся эта, когда мы совсем одни. Я не хочу в это верить. И знаешь, я не поменяюсь. И все мы одни. 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 Это самый длинный трек из всех, которые есть на альбоме. 3.20, 2.59, 3.04, 3.02, 1.22, 3.20, 2.09, 4.07. Это трек 4.16. Чтобы, если вдруг у вас появится желание послушать альбом, вы не думали, что все настолько душное, да? В целом, если бы, да, это было нормально сведено, это было бы хорошо и приемлемо, очень приемлемо. Вообще, мне нравится твоя харизма, мне нравится твой текст, мне нравится твоя идея. Ты сильный артист. Проблема пока твоя проблема в качестве твоего материала. Все дело в том, что ты творческий человек в целом. И ты думаешь, что кому-то есть дело до того, почему у тебя не получилось что-то идеально. Все такие, а, да, ну раз так, то ладно. Нет. Никто никогда не будет входить в твое положение. Всем похуй. И твои слова о том, что а вот это, то это будет актуально тогда, когда ты будешь огромным гигантским артистом, типа Трэвиса Скотта, да? Почему я именно хип-хоп приношу? Сейчас поймешь это, во-первых. Во-вторых, я больше знаю хип-хоп артистов, нежели там рок. И когда он говорит, что я переношу альбом, а вот тут у меня должен был быть парт вот такой, а вот тут Kanye West мы вырезали, а здесь вот это с Донды, а вы все-таки, ага, ну ладно, похуй. Тогда окей. В начале твоего пути всех интересует качество. Потому что все не ждут Джованни, все ждут Трэвиса, бро. Все ждут артиста, которого они знают в данном направлении. И они хотят его и слушают его. И когда они слушают тебя, поначалу они просто сравнивают это с тем, что они знают. Они любят слушать там условного Джизуса, или они любят слушать «Три дня дождя», или «13 карат», или «Монро». Они любят слушать артистов, да, или «Мукку», или еще кого-то.
Значит, так, а на кого же он похож? И ты такой, да я ни на кого не похож, я это я. Но всем похуй, опять же. Потому что все сравнивают с тем, что им интересно. Когда человек приходит в жанр и включает твою песню, он пришел в жанр лишь потому, что он до этого слушал каких-то других артистов. Так ведь? Молодых артистов или там артистов старшего поколения. Я говорю, какой-то немного вайп Наутилуса мне, допустим, дал, да, в голову. Типа, оу, не Агаты там, Кристи, что-то вот такое, да, прям... Что-то какой-то, короче, Наутилус. Немножечко моментами, да? В целом, сильно ты исполняешь. Реально сильно. У тебя есть харизма, ты делаешь хорошо. Но тебе просто необходимы люди, с которыми ты можешь обсудить песню, да, вот в рамках ее реализации. Я понимаю, что ты... Творческие люди, они все душные в плане того, что, типа, я вот как вижу, это вот максимально хорошо, и вот все остальное должно идти нахуй. Супер! Сделай свою тему. Но с точки зрения того, чтобы дать возможности своему скилзу быть монетизированным, тебе надо поработать с теми, кто понимает, как это оформить получше, как это сделать, свести и так далее. Твоя индивидуальность на данный момент вообще никому не нужна. Никто не будет слушать тебя, потому что это, о, Джованни, он самобытный, а у него такой интересный путь, а он вот это сделал, а он хотел концепт. Похуй всем. Тебя нет ни для кого. Не существует. Мы включили трек, и все слушают, на кого ты похож и что ты можешь дать. Потом со временем ты заинтересуешь своей личностью и сможешь давать свою какую-то историю. И к этому альбому все вернутся. Какого бы дерьмового качества он ни был. Но если что, ты сможешь его всегда пересвести по-человечески и сделать какую-то ремастер-версию. Да? Так. Дайте танк, похож, перед кинезисом, мука, вайп. Ну вот напишите, да, что вы думаете по поводу этой работы. Что в целом вы думаете? Я вижу, да, в нем дико талантливого артиста. Но то, как это звучит в припеве по музыке, это невозможно просто слушать. Это, ну, просто пиздец полный. Тебя вообще не слышно, нет ни харизмы, ничего твоей. Чего-то там, хуй пойми. Хорошо ты придумал, ты припев вот тут изменил. Вот тут так он начинается, а здесь так начинается. То есть ты решил не душить. Второй куплет у нас не такой длинный, да. То есть ты стараешься прям аккуратненько, так и типа динамики, да, с проигрышами, с дропами. Хорошо сделал здесь. Вот это и потом вот это. Слушай, ну имеет место быть на самом деле. Если бы это звучало и вайбило, как у тебя в голове это работает, то может быть было бы норм. Мы точно будем дальше отслеживать тебя, я точно говорю, 100%, потому что ты талантливый парень очень. Но закидывать это, допустим, в альтернативу предыдущей песни я не буду, потому что, ну, невозможно слушать вот это. Тут ровная тоже кринжатура, может быть, даже здесь лучше сведено в треке вот «Мылишь искры», да? Может, я не объяснил. Может быть, немного получше звучит, но все равно, тем не менее, это, ну, очень слабое, слабое сведение, бро. Снег, это все, чего хотел. Откроешь дверь, в душу заберется человек. Может быть, тогда же лучше, но я ненавижу век. Через несколько месяцев надо. Я думаю, да, давай посмотрим его через полгода. Реально. Чтобы были изменения какие-то определенные. Если кому-то устраивает... качественная харизма, интересный текст и стиль, и индивидуальность, если вы вдруг готовы принимать, выйти за рамки своих шаблонов восприятия и готовы воспринять чужую индивидуальность в той форме, в которой она есть, потому что мы в целом, как вот люди, мы не готовы воспринимать индивидуальность нового человека, мы со временем ее изучаем и, может быть, даем ему шанс. Какого бы человека мы ни встречали, мы воспринимаем его с рамок своих ярлыков, которые у нас есть. Мы знали 20 человек до этого, мы встречаем 21-го, и мы такие, так, из каких частей этих 20 состоит этот? Он разговаривает, как тот, делает вот это, вот так он поступил, ага, вот тот поступал вот в этой ситуации вот так, наверное, это мудак, который делает то, ага, точно, это в нем вот это в нем вот так, это, у нас нет личности, у нас есть просто список кусков, которых мы знали ранее, и мы закрыты к изучению нового, мы как будто уже все знаем, и у нас это просто куча Франкенштейн, слепленный из разных людей, которых мы знали до этого, с артистом то же самое. Видим мы артиста, мы не понимаем, что это, возможно, новый человек, которого вообще, блядь, не было раньше, не существовало такого, и сравнить его невозможно. Но для нас это просто небольшой кусок других артистов, и все, больше ничего. И артисту это надо понимать, очень важно это знать.
Встречаемся мы, я не знаю, там с каким-то другом, с человеком, с девушкой. Если это девушка, там какую-то девушку, типа, ага, вот это она вот то сделала. А вот такие девушки обычно делают вот это. Она вот, а вот это вообще шлюха, а вот это, ой, это, а вот это вот охуенное, да. Потому что все, все может быть совсем не так. И ваши стереотипы нихуя не сработают. Но судим мы людей по обложке, естественно, да. Чел прикольный, я бы с ним даже поработал, надо ему написать. Вот, да, я говорю, короче, он делает музыку неплохую. Он работает на микрофоне хорошо. Кому интересно, огонь, блядь. Пробуйте. Я думаю, что какого-то даже коммерческого успеха можно добиться и потом поработать с известными ребятами, типа. Пробуйте, короче, братва, кому это надо. Наша задача просто вот... Батл в любом случае на Ютубе не выйдет. На Ютубе не будет, да, батла. Будет на Бусти. Кому надо, оставайтесь на стриме, если вы не платный подписчик. Вот. Ну, спасибо тебе, Джованни. Спасибо. Спасибо. Если что, то вот такая вот, такие вот мысли, да, так сказать. Такие вот мысли, короче, по поводу твоей работы. Оценить пока не будем. Индекс у нас есть, да. Давайте посмотрим. С чем у нас залетал индекс. Индекс залетал с треком Fair Play. Вот с этим индексом. Да-да, с этим треком. Да. Тренер, могу научить тебя делать купюры. На мне софиты сияет, мой врач прописал мне пить эти микстуры. Клыки, как у акулы. Она надувает губы. Я бываю с ней грубым. Я бываю с ней грубым. Пулатую в центр. Садал клуб эпицентр. Хочешь мой фото, да плати процент. Твои слова не стоят ни цента, цента. В голове придумал схему. Этот трек номер один, как вы понимаете. Индекс пишет, заряжайтесь на летний вайб. Да? Let's go. Let's go. Вот да, кстати, Джованни здесь, если что, на стриме. Джованни на стриме и здесь, если что. Ты что-нибудь писал, бро? Я не видел, что ты писал. Если ты что-то писал. Ты ничего не писал, да? Да, ничего ты не писал. Окей. Я понял. А, нет, ВЛС. Угу, понятно, 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 понятно. Слушаем внимательно. Погнали. Трек, который называется «Заберу тебя». Бэм. Заберу тебя ночью на машине. Мне так не важно, что друзья не разрешили. Никто из них не может дать тебе, что я. Смотрю на звезды, они все вокруг меня. В голове ветер, ветер. Прости, что написал тебе, но потом не ответил. Теперь я живу так, что моя жизнь комедия. Извини, что иногда попадаюсь в твоей ленте. Кое-что по звездам. Крупный гонорар. Я очень устал, мой карман будто банкомат. Не трогай грязь, сам станешь грязным, знаешь сам. График работы слишком плотный. Малышка, я тебе не дам. Полный зал, я там стою. Не дам или не там? Я какой-то лень, а я ведь знал. Мне нужен рэпер победнее. Ну а как мне делать деньги, детка, я так не умею. Заберу тебя ночью на машине. Мне так не важно, что друзья не разрешили. Сведен, инструментал странно сведен. Никто из них не может дать тебе, что я. Смотри на звезды, они все вокруг меня. В голове ветер, ветер. Прости, что написал тебе, но потом не ответил. Теперь я живу так, что моя жизнь комедия. Извини, что иногда попадаюсь в твою ленте. Так, 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 так. Другой стилечек, да? Другой стилечек. Угу. Другой стилечек. У-у-у-у-у-у-у. Сравнить с песней. В целом сделано очень неплохо. Если не брать с видос инструментала, да? Он сам сведен неплохо. Припев, куплет, бриджик, припев, аутро. Недушная структура, не затяжной какой-то там припев. Индивидуальности особо какой-то яркой, не знаю. Но в целом... Важно, что друзья не разрешили. Никто из них не может дать тебе, что я. Х-
хорошо идет по формированию стиля. В разных жанрах, да, пытается работать. Непонятно. Смотрю на звезды, они все вокруг меня. Ну вот этот трючок. Продукцию идеи и могу заснуть, но как я. Спасет меня так, будто большие цели. Как-то увереннее, да, он погружен в этот вайп. Кросс сердце, это фэрплей. Кросс сердце, это фэрплей. Вне зависимости даже, типа, что нравится по жанру, нравится, не нравится, та история. Возможно, здесь достаточно хорошо на высоких он коррелирует вместе с битом, да, лучше может звучать. Я хожу с весом, я готов пойти. Кросс сердце, это фэрплей. Это красный мне. Прости, что написал тебе, но потом не ответил. Теперь я живу так, что моя жизнь комедия. Извини, что иногда... Гулкость, да, типа гулкость, чтобы глуховато так, чтобы как вот бит звучит, да. То есть там высоко и битос на высоких играет, здесь бит на глухих, да. Капа стоит нормально, но я не знаю, бас, по-моему, то ли перегружен, то ли чё. Подаюсь в твоей ленте, покажешь по звездам. Крупный гонорар. Я очень устал, мой карман будто банкомат. Не трогай грязь. Кто уж сводит в СНГ, вообще без понятия. Я думаю, что все зависит от конкретного трека. Кто-то прочувствует лучше, и все в моменте. Не знаю, сложно сказать. Просто, типа, изначально, когда ты только начинаешь, ты просто должен техническую часть понять, чтобы ты хотя бы сводил не хуже, чем нейросетка. Чтобы ты сводил не хуже, чем бот, который в один клик сводит. Ты понимаешь технический аспект, а потом начинаешь чувствовать, потому что сведение — это еще и творчество в чистом виде. То есть ты начинаешь говорить, а вот тут лучше вот так, а вот это вот так, а вот тут видишь, а вот это, а вот. Вместе с артистом вы накидываете какие-то вещи и создаете продукт в целостном, в целом виде. Это творческая единица. То есть крутой человек, который хорошо сводит, это тот, кто очень сильно чувствует и при этом имеет золотые руки. Руки — это начало. Без рук, ну типа в плане качества работы руками, толку не будет. Знание автоматик, механик. Поэтому такое. Не, много кто хорошо делает. Да. Сам станешь грязным, знаешь сам. График работы слишком плотно. Малышка, я тебе не дам. Полный зал, я там стою, полный клуб. Я какой-то лейн. А я ведь знал, мне нужен рэпер победнее. Ну а как мне делают деньги? Детка, я так не умею. Бас немного задавливает его. Так, в целом, расположение кап хорошее. Стоит ништяк. Заберу тебя. Да, объем есть. Все хорошо. Я ночью на машине. Мне так не важно, что друзья не разрешили. Никто из них не может дать тебе, что я. Смотрю на звезды. Высокие добавлять не надо, здесь другая история. Это не оно, да? Детка, делай красный мне. Сейчас. Тут прямо это... Много высоких, да? В целом, как будто он сам просто как артист Fairplay лучше прочувствовал. Я думаю, за индексом последим. За индексом последим. Конечно, не вычеркиваем ни в коем случае со фрешменов. Но этот трек мы не добавим. Имеется в виду, мы же замещать должны, да? То есть, либо мы Fairplay убираем, либо мы Fairplay оставляем и не добавляем «Заберу тебя». Я думаю, что мы Fairplay не убираем. Я думаю, что так. Весьма неплохо. Весьма неплохо. Они все вокруг меня. В голове ветер, ветер. Лучше, хуже жанр. Ну тут не скажешь, тут как бы кому нравится. В любом жанре может быть крутая песня. Просто мне кажется, он лично сам прочувствовал лучшую атмосферу, да? Мне так кажется. Поэтому такое. Так, идем дальше. Спасибо большое за попытку в новых жанрах. Технически он достаточно хорош, да? Технически он хорош, ему нужно искать свою изюминку просто, и все получится. Правда. Он любит музыку, как бы он в этом дерьме достаточно неплохо плавает. Вот с ребятами, да, с командой, со своими кентами. Да, стильный IT свой, наверное. Как это сделать? Не надо гнаться за чем-то, что там работает, популярно и так далее. Попробуй все разные стили.
как вот Минин, допустим, сделал тот же, попробовать просто во всем поработать, где тебе самому в кайф, где ты больше всего чувствуешь, где ты чувствуешь ноту того, что это живое дерьмо, это твое прям максимально. И все, и двигайся дальше. В этом направлении, потому что оно тебе нравится. Выстрелить может что угодно, если оно реально хорошо сделано. Реально хорошо сделано. Техника у тебя есть, надо просто искать свое и все, бро, правда. Сплэши, чек. What the fuck? Давайте посмотрим. Трек, который мы добавляли от Сплэши, чек. Вот эта тема. Такая тема, да, у нас была. Это трек номер один. А вот этот трек, который мы слушаем сегодня, трек называется «Мадонна». Погнали. Описания нету? Нету. Молодой, свежий и амбициозный артист. Музыкант, состоящий в объединении Vamp Click, родом из Уфы. Damn, let's go. Она такая вся прям Мадонна. Вышла из дома будто салона. Говорит, ее никто не достоин. Но я открыт в ее телефоне. Она такая вся прям Мадонна. Вышла из дома будто салона. Малыш, я больше не играю в прятки. Давай даем, порвем твои голосовые связки. Ты будешь танцевать, а я смотреть и восхищаться. Этой ночью на телах мы сыграем в раскраску. Еду по району, мои мозги горят. Я вдохну эту зелень, с клумбы просто сорвал. Теперь мне не надо отвлекаться на нее. Да, вот эти послоговые слишком ровные, бро. Предыдущая песня сильнее уже, вижу. Пойду своим путем, эй, Мадонна. Она такая вся прям Мадонна. Вышла из дома будто салона. Говорит, ее никто не достоин. Но я скрыт в ее телефоне. Столько грации, двигаешься налегке. Получу послание на запотевшем стекле. Ее глаза в огне, ты видя ее не пришел. Идлибы не в тему. Вот я их, они тут не прописаны, но они есть. Я их все слышу. Они рандомные. Я, оу, я, оу, 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 оу. Финал игре. Ночью возвращаюсь от нее и молчу. Мадонне не понять простоту моих чувств. Если встреча лишь на раз, то я больше не в раю. Больше никаких чувств. Она такая вся прям Мадонна. Прям Мадонна. Вышла из дома будто салона. Говорит, ее никто не. Говорит, ее никто не достоин. Но я скрыт в ее телефоне. Ну, достаточно крепко, конечно, сделано. Типа, это не трэш ни в коем случае. Нет, это нормальная крепкая работа.
можно сравнить, конечно, абсолютно разные треки. Столько грации, двигаешься налегке. Получу послание на запотевшем стекле. Ее глаза в огне. Бля, Мадлиба меня вообще выстегивает. Ты видя ее не пришел в финал игре. Ночью возвращай. Не знаю, дружище, вот эти вот протяги, да, как-то, ну, такое, честно, такое. Ой. Не буду заменять трек. Не буду заменять трек, не знаю. Видишь, вот сложно, блин, говорить. Ребята сбрасывают новые треки. Я думаю, что Дим попозже можно посмотреть его будет. Реально. Через, я не знаю, он должен определиться со стилем. Оставим предыдущий трек, наверное, в плейлисте. Посмотрим попозже его тоже, типа через полгодика можно посмотреть будет, что он будет выпускать. Давай через полгодика посмотрим. Пока непонятно. Сколько он вообще делает? Слушай, ну он как бы... активно сейчас пошел, да? Он в 20-м один сделал, в 22-м один сделал, и вот в 23-м попер. Как бы у него была пауза, и он сейчас пошел искать стили, да? Сделает ли он? Или через год, действительно. Давай через год тогда посмотрим. Посмотрим, что он вообще сделает, да? Ну, типа, куда он придет? Что у него получится? Пока немного сыроватая история в целом. Ну вот во фрешменах оставим его. Предыдущий трек. Через годик вернемся. Реально. Посмотрим, что будет с прогрессом. Ну типа, куда он придет и где закрепить свой стиль, да? Так это не руина. Все нормально. Я думаю, типа трек... ну я не знаю, типа в районе 50 баллов мог бы вполне набрать. Вполне, я думаю. Так. Следующий трек... YG Onyx, Карма. Так, ну это у нас яркий фрешмен, который показывал нам качество. Песня на Арбате, вот это было. Это предыдущая песня, за счет которой мы взяли его в фрешмены. Хорош был, хорош. Как одно еще подобно. Яркий персонаж, музыка не особо. Я сегодня не в себе, но в моем желудке нет вина. Я поднимаюсь на пятый этаж. Клади на столе, заставит меня тебе написать. Вот такой вот чел, да. Вот такого вот чего. Давайте посмотрим, что он нам приготовил. Трек называется «Карма». По поводу Kodak Black, бро. Ну, яркий артист, да, в любом случае. Яркий артист, очень яркая личность. Но вот как он выступает, допустим, на Rolling Loud, это ужас просто. Не знаю, кринж. Слабенько. Слабенько. Я не кайфанул вообще, максимально нет. Так в целом музыка стилёво, стилёк конкретный. Лично мне не особо вкатывает. Ну, альбом разберу, наверное, гляну, как там, да чё. Слушаем. Карма, let's go. Она была сна, лишь надо, я не понимаю. Ничего себе, подцвёл, да? Данная композиция является отправной точкой смены вектора творчества и мышления артиста от поверхностного и легкомысленного взгляда на жизнь к осознанности. Артист говорит о темах возмездия, поиска себя, рефлексируя и погружаясь в философские темы, главный посыл которых состоит в том, что каждое действие имеет свое последствие. Нужно следить за тем, что ты делаешь, и поступать так, как чувствует сердце. За день до премьеры в сети появился тизер, снятый командой Си. S.Y. Который мы посмотрим обязательно после того, как послушаем трек.
Эйо Дейзин. Заново слушаем трек. То есть такой мягкий вайб, да? И нам еще обещают осознанный текст. Вы поняли, да? Она была сна лишь на нас. Я не понимаю, как я тебя потратил. Дейзи. Все дело в моей карме. Все дело в моей карме. Она была со мной лишь на нас. Капа вниз ушла. Очень забита капа, блин. Неудачи с Вадином. Уверенно подаешь. Уверенно подаешь. Я так устал все тратить. Да, 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 здесь тоже. Не передушил, да? 1.57 трек заканчивается, 2 минуты, еще 3 секунды идет, да? Не передушил, в принципе, ничего, интруха. Но вот тут в интрухе нормально, я думал, более раскроется голос. Свидос неудачный 100%. 100%. Достойно? Однозначно. Продолжаем следить железно, не скипаем. Сыро пока реализован трек с точки зрения свидоса. Тихо, глухо, утоплено, узко. Да, артист не может докричаться до нас. Оно как бы довольно естественно звучит. То есть он тут нам рассказывает, да, совесть поедает ее гнилые плоды за то, что променял ее на фейк лав и драги. Не спастись от печали, все дело в моей карме. Я не пытаюсь быть для них примером. Пустая голова не знает чувства меры. Но все мои родные знают то, что я уже первый. Feeling my swag. Feeling my groove. Я скоро буду на стейдж. И мне не нужны дешевые понты, чтобы делать вещи. Нету бриллиантов нашей, зато есть один в сердце. Твой пик уже пройден, значит, дай мне свое место. Дай мне свое место. Да, осознанный текст, действительно. Интересно, интересно, дружище, интересно. Интересно. Такой прям на тексте, да? Все мое тело в помаде. Лепстик. Я так устал все тратить. Я не вернусь на трап и... Неплохо. Не спастись от печали. Жизнь проживаю. И остается только трапить. Да. Смотрите, во всех кинотеатрах страны. Карма. YG Onyx. Да. Неплохо, неплохо, неплохо. Свидос нравится. Да ладно, бро. Да ладно. Бит забивает жестко вообще. Вот бит, вот он наваливается, да, такой. Жирный, много бита. И вот здесь ты, короче. Немножечко. Тебя вот так забили и тут высокие приподняли. Чтоб слышно. Здесь. Вот просто слушай разницу. По громкости. Я чисто про баланс говорю.
чисто про баланс. Там работа лучше проведена. Но что касается баланса, здесь баланс лучше. Сведено хуже, а баланс лучше. Я плохо, ещё звоню 03. Тачка в бьём, как OCB. Рвём твои голосовые чат. Ой-ой-ой, щас, это не то. Сейчас. Да. Пустая голова не знает чувств меры. Все мои родные знают, что она мне хочет, будто бы я Сибири. Они все знают, что он с ней продаётся гривны. Бэби, дай мне клитор. Тебе нравится, знаешь, что в новом треке? Ты не обращаешь, ты очень хорошо знаешь трек, текст. Ты не обращаешь внимания на то, как его слышно. Ты слышишь хороший там, хороший объем в плане там наличия хоруса, да, там какого-то дилея, то есть какие-то вещи, которые заставляют быть живым голос. В этом прикольно. И ты харизмой хорошо отработал. За счет этого я готов следить дальше за тобой. Да. Вот пример, как нравится исполнителю. Да так часто бывает на самом деле, да. Поэтому... Бля, ну мне зашло. Он хорош! Он хорош! В том-то и дело. Он очень хорош. Да, YG Onyx очень хорош. Хоть вещи, нету бриллиант в ноже, но зато есть один в сердце. Он верит в то, что поет. Он верит в свой текст. У него осознанный текст. У него интересный мягкий стиль. Когда он сведется нормально, и его будет слышно по панораме, и он будет объемным, он просто вот так будет включать этот трек, этот и тот, и такой скажет: да пиздец, я плохо звучал в треке «Карма». Твой бег уже против, значит, дай мне свое место. Дай мне свое место. Она была со мной лично она. Она лагает, как старая вина. Как паленый ролик, я путаю времена. Твоя бэйба была с собой, теперь и стыдно. Вот она разница. По балансу поднять и инструментал немного развести. В целом это было неплохо, правда. А если трек с панча, который я выложил, уже вышел, но меня еще не взяли, Флом разберет его в случае одобрения, мы ждем новый трек. После того, как тебя взяли с панча, ждем новый трек. Новый. Да. Ты спрогрессировал здесь, с точки зрения своих собственных скиллзов. Своего текста, действительно, своей реализации и даже того, как оно сведено, где-то там. То есть инструментал играет, и где-то там ты сведен, короче, да, где-то там. Надо поднять капу, надо поставить ее по панораме, дать воздуха, дать сатурации, дать тому, чтобы все то, что там есть внутри, вот этот хорус ведь, чтобы оно зазвучало, понимаешь, чтобы оно стало таким, сцена стала глубокой, оно звучало панорамно и красиво. Чтобы ты, бро, вот так звучал, да? Чтобы ты звучал... Вот смотри, вот мы, вот твой голос мы слушаем, да? Вот. Да. И вот, допустим, здесь, да? Spanish model with me, call her senorita. She know that I'm my bitch, she come cool. Вот, бро. Вот это хорошее сведение, да? Это хорошее сведение. Поэтому ждем, пока ты будешь. Не забудьте здесь посмотреть, я уже забыл. Поэтому круто, что ты напомнил. Погнали. В смысле, блядь? И в Ютубе качество такое же? Все дело в моей карме. Она была со мной лишь на ночь. Не понимаю, где я себя растратил. Жизнь проживаю. Я остаётся только тропин. Нас доучил с расплоты. Совесть будет... В 100 раз лучше в Ютубе смотрится. Потому что все сжато одинаково. И громкость очень большая осталась. Вот разница между тем, что мы смотрели предыдущего артиста, да, рельсы в данном случае, клип, и у тебя. Вообще разница колоссальная. Вот тут смотрится в 100 раз лучше. Дайте её гнилые плоды. За то, что променял её любовь, любовь и драги. Не спастись от печали. Всё дело в моей карме. Не, деритесь за него лейбл, пока он, я не знаю, свободен, не свободен, но пока он явно берет недорого.
Да. Да, образ отличный, хорошо двигается, чувствует свою музыку, любит свою музыку. Продолжай, бро, продолжай ебашить, реально. Хороший, хороший цвет, очень хорошо сочетается цвет куртки с полем и цвет внутренней рубашечки с небом. И при этом еще с ветерочек сочетается с облаками. То есть все три цвета, они есть здесь, да? Они есть и в окружающей природе, соответственно. Белый, синий, желтый, все есть, да? И у тебя в одежде все есть, такой пастель, да, как бы везде у тебя в одежде. Очень красиво. Хорош, хорош, хорош. Я увезу вас в Кармаленд. Какая сочная картинка. Да, да, хорош, хорош. Хорош. Продолжай, бро. Продолжай. Продолжай. Ну вот так вот, да, это человек имеется в виду с панча, да, как вы понимаете. То есть мы нашли его в панче, он смог лайвом. Смог лайвом сделать. Команда C... Как правильно читается? CSY, да? Типа как YSL. CSY. Команда CSY. Посмотрел сейчас недра тебе респект на Вейст Рэпкину. Блин, круто. Спасибо большое ему тоже. Респект. Не видел, да. Спасибо большое. Спасибо большое. И недрам спасибо большое. И тебе спасибо большое, бро. Ждем, да, ждем от тебя треков. И, в общем... Можешь этот проект даже дать кому-то еще. Ребятам, кто сводил, респект, друзья, молодцы. В любом случае, нормально, что сделали, да, попробовали. CSI Records, да, я вижу здесь. Но надо развести, да, надо развести инструментал, надо вытянуть капу. Может быть, они сделают еще одну версию, не знаю. Но если ты скажешь, что тебе все нравится, значит, они в любом случае ориентируются на... Они в любом случае ориентируются на тебя, да? От твоих запросов. Так. В общем, вот так. Спасибо, друзья. Да, спасибо большое. Было очень круто с фреш-сетом. Мне очень понравилось. Да. Спасибо. Спасибо большое.